мы представлены в Москве, в Московском регионе, в Брянском, в Тульском регионе и, соответственно, в Калужской области наш. Особенны мы тем, что сейчас очень редко встречается на рынке, на молочном рынке, у нас скоропорт. Соответственно, у нас срок реализации от 5 до 14 суток. Мы не используем химических добавок, стабилизаторов, мы используем только настоящее молоко. Сырье у нас есть свои фирмы, также мы закупаем сырье. Сухое молоко мы не используем. Демонацея – это продукт кисломолочный с добавлением бифидобактерий. Очень полезен для желудка. На данный момент, после того, когда мы поняли, что этот продукт очень интересен, и он стал интересен нашим технологам, соответственно, мы решили открыть новую линейку иммуноцеи. Здесь у нас представлено 5 видов с экстрактами шиповника, мяты, киви, вишня и так далее у нас. Этот продукт запатентован. Он только у нас представлен, больше вы его нигде не встретите. В федеральных сетях мы представлены Атак, Ашан, Метро, мы представлены, Гиперглобус мы представлены. Также мы представлены в локальных сетях, в Пятерочках мы также представлены, в Перекрестках. В Москве мы тоже в Пятерочках представлены. Также мы рассматриваем многие сети, в которые мы, соответственно, очень хотим попасть. Рассматриваем регионы сетей, с которыми мы уже сотрудничаем. Соответственно, мы хотим их расширить, свой ассортимент. На метро-выставке мы участвуем уже третий год, постоянно каждый год мы участвуем. Приглашают нас с удовольствием мы участвуем. Для нас это очень полезно тем, что, еще раз повторюсь, мы хотим расширить нашу географию, соответственно, этой сети метро. Например, на данный момент это Питер, в котором мы тоже, у нас много запросов от самих поставщиков метро, которые непосредственно торговые центры там находятся, люди подходят, спрашивают. Кстати, в будущем, вот буквально год-два, мы планируем открыть детское питание. То есть у нас закуплено оборудование, оно у нас есть, у нас разрабатывается, строится цех.